Итоги священного месяца Рамадан. Он завершился еще полторы недели назад, но сообщения о самых разных загадочных явлениях продолжают поступать. Ведь считается, что в Рамадан Всевышний крайне щедр на чудеса. В этом году особо отличилась Башкирия. Там на обычном огороде выросли огурцы со стихами из Корана. Пенсионерка Флория Терегулова прославилась на всю округу. Теперь соседи смотрят на нее с восхищением. Недавно на собственном огороде Флория обнаружила божественный огурец. Таких чудес в башкирском селе Булгаково не видели никогда. Сорвала и начала чистить. И испугалась. Тут написано на арабском языке аят. Вот в этом написано «Бисмилляхи рахман рахим». «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного», гласит этот аят из Корана. Фрагмент священного писания на огурце Флория Терегулова сочла особым знаком и отправилась за разъяснением к имаму в мечеть. Сказали, что это послание от Всевышнего в такой священный месяц Рамазан, чтобы люди почище жили, по совести жили и жили правильно. Даже опытные биологи крайне осторожно комментируют это таинственное явление. Найти какое-либо внятное научное объяснение произошедшему специалистам не удается. Возможно, конечно, как вы говорите, вредитель, но я что-то сомневаюсь, чтобы так умело прогрызть. Между тем, башкирский случай с неожиданным небесным посланием уже не первый в России. Так, в Челябинской области на одном из частных огородов уродился удивительный кабачок. Поначалу хозяйка подумала, что овощ испорченный, но затем присмотрелась к рисункам на зеленом боку и глазам не поверила. А потом стала смотреть, там буквы арабские. Стала читать там. Я поняла, что Аллах написано. Продай ее кому-нибудь, говорят, за миллиарды я ее не продам никому. Мне денег не надо. Мне, Боже, слово Аллаха, это написано мне. Имам местной мечети без труда распознал арабскую вязь на кабачке. Нет божества, кроме единого Бога, начертано на овощи. По словам проповедника, это вовсе не похоже на механические повреждения. Появление на огородах страны овощей с чудесными знаками принимает уже настолько масштабный характер, что и в магазинах покупатели стремятся найти огурцы или даже дыни с фрагментами священных писаний. Впрочем, далеко не все правоверные мусульмане склонны считать эти знаки посланием свыше. У авторитетного имама Руфата Ахмеджанова арабская вязь на овощах вызывает как минимум скепсис. Я не склонен воспринимать это как чудеса. Потому что в определенном смысле, сколько приходилось видеть, достаточно много фальсификаций, достаточно много людей с богатой фантазией, которые увидели что-то и подумали, что это похоже действительно на арабские буквы, да, на арабскую вязь. Эту версию подтверждает и самая громкая история с появлением небесного знамения. 3 года назад в Дагестане аяты из Корана якобы начали проявляться на теле маленького мальчика Али Якубова. К божественному объяснению тогда склонялись даже медики. Надписи нерукотворные и не похожи на симптом какой-либо болезни, заявили в местной поликлинике. С точки зрения медицины я не могу никак вам это объяснить. Только единственное, со слов матери это появляется с повышением температуры. На какое-то время дом чудо-ребенка превратился в место массового паломничества. Но вскоре страсти вокруг Али Якубова улеглись. Надписи с тела мальчика внезапно исчезли и больше не появлялись. Для убежденных скептиков это оказалось неоспоримым фактом фальсификации. Ну а некоторые верующие восприняли исчезновение надписей как тревожный знак. Ведь как только ребенок появился на свет, поползли слухи, что аяты на его теле – предвестники судного дня. Истории с божественными овощами тоже успели обрасти легендами. Но в канун декабрьского конца света все более популярной становится версия о предзнаменовании апокалипсиса. Сторонники этой идеи уверены, таким образом высшие силы предупреждают людей об опасности. Именно поэтому в 2012 году число подобных случаев во всем мире значительно возросло. Дмитрий Тимошихин, Павел Тенин, Владимир Грицаев, ТВ3. И все же, стоит ли доверять подобным чудесам? Да и чудеса ли это? Или всего-навсего разыгравшаяся фантазия людей? Об этом мы поговорим сегодня с гостем нашей программы, врачом и парапсихологом Борисом Акимовым. Здравствуйте, Борис.
Добрый день, Иван. Так первый вопрос. Почему все-таки огурцы и кабачки? Почему не арбузы? Они все-таки больше, писать на них удобнее. Ну, я с вами согласен. В общем-то, они достигают больших размеров. Это вопрос больше, скорее всего, специалистам по агрокультуре, нежели чем ко мне. Я все-таки скажу о чудесах. Да, бесспорно, Господь может проявлять свое явление в материальном виде. И в христианской традиции отмечаются такие вещи, как появление ликов святых, появление Богородицы, но чаще всего все-таки это не огурец, это и не яблоко. Пути Господни неисповедимы. Согласен с вами. Но все-таки чаще всего это камень, это дерево, это металл. И более того, скажем, там лики святых, или те же самые иконы, они могут темнеть, потом могут обновляться, могут мироточить, а могут иногда и кровоточить. Поэтому я вполне допускаю, с точки зрения моего представления о мире и о Боге, появление каких-то надписей на огурцах. Но надо посмотреть. Вот лично ваша версия происхождения этих надписей, все-таки, может быть, жучки прогрызли? Все-таки да, да, скорее всего. То есть вам кажется, это все-таки естественное какое-то происхождение? Ну да, вот приземленные. С большой долей фантазии, что все-таки это так. Ну, там же есть сравнение, они ведь похожи на тексты. То есть жучки прогрызли в соответствии с сурами, с движением линий. Ну, значит, это был бог жучков или был бог огурцов, который нарисовал эти знаки. Что касается мальчика вот из Дагестана, Али Якубов, у него стигматы или тексты появились прямо на теле. И вообще, можно ли называть мусульманские письмена стигматами в сравнении с христианской традиции? Ну, под стигматами чаще всего появляются какие-то знаки, отождествляющиеся там с подвигом Христа, с его распятием, появление там кровавых пятен и прочее. То есть может ли Господь отражать вообще как-то так какие-то свои знаки на человека? Конечно же, да. Ну, во-первых, значит, если говорить о стигматах, то они появляются в области, чаще всего, вот как раз в этих местах, в середине ладони. Но здесь же находится и чакра. Здесь находится энергетическая чакра. И когда человек занимается практиками энергетическими, духовными, йогой, христианством или исламом, у него могут проявляться здесь жжение, могут появляться какие-то пятна. Я сам это не к деньгам? Иногда, может быть, даже, если рука будет чесаться, то к деньгам. Вот, я это наблюдал и у себя, и я наблюдал это у своих учеников, занимаясь. Появлялись стигматы? Покраснение. Покраснение не в том виде, когда уже полноценный стигмат. Поэтому я вполне допускаю такие вещи. И вообще, если говорить, как-то судьба нам дает какие-то знаки, конечно же, дает. Взять ту же самую мою любимую хиромантию. Линии на руке, белые линии на руке, они давно, в общем-то, известны. То есть по ним можно предсказывать судьбу, что я регулярно, в общем-то, делаю, или рассматривать какие-то вещи, происшедшие с человеком. Сбываются предсказания? В 90% случаев. Вот. И, соответственно, эти линии регулярно меняются на руках у человека. То есть белые линии, в отличие от дерматоглифов, они меняются. То есть судьба, она дает какую-то информацию непосредственно человеку на данный период времени. И там может быть зашифровано абсолютно все, касающееся как личности человека, так и его окружающих людей и окружающего мира. Вот с точки зрения хиромантии объяснить появление вот этих знаков на человеческом теле можно или нет? А если эти знаки появились на ладони, то да. Это можно объяснить. А если не на ладони? Если не на ладони, надо посмотреть. А если они пропали, это говорит, что божественный дух оставил? Да нет, вы знаете, это бренное тело. Вы знаете, ну, во-первых, значит, нужно все-таки выяснить. Вначале он вошел в это тело, а потом уже куда он делся. Но знаки могут появляться и исчезать. Так же, как и белые линии на руках у человека. Появляться и исчезать. Почему эти надписи появились именно во время священного месяца Рамадана? Это как-то связано, может быть, с религией, именно с исламом. И говорят, что появление таких надписей может говорить о приближающемся к какому-то конце света, о пророчествах и тому подобных вещах. Ну, вы знаете, во-первых, опять же, помимо христианской традиции, в день Пасхи, между Пасхой, допустим, и Благовещением, наступает период, когда говорят, что открыто вот небо, то, что Господь спускается. Почему бы и нет? Потому что во время того же Рамазана, значит, когда небо становится ниже, Господь благ ко всем к нам. Он может проявляться в любых видах. Это во-первых. Во-вторых, значит, если мы говорим о конце света, то вы знаете, я в своей жизни уже пережил не менее 5 концов света. Вот в прошлом году были всякие объявления там американского проповедника. В этом году ожидают там в конце года, там вот, согласно календарю мая. Эти вещи вообще людям неведомы, о чем, в общем, сказано в Библии. Но я могу сказать такую вещь. В свое время ко мне обратилась редакция «Комсомольской пресбы», правда, года 4 тому назад, когда было очередное предсказание конца света. Мог ли я на основании наблюдений рук своих клиентов, согласно вот хиромантии, определить, сказать, будет ли конец света или нет? Я им сказал, что, конечно же, нет, потому что линии жизни у моих клиентов достаточно длинные. И там были две вещи, которые, тем не менее, можно говорить о прогнозе. Во-первых, люди, занимающиеся бизнесом,
у них таким хорошим бизнесом, у них появлялись знаки иммиграции, они переносили свой бизнес куда-то туда, это было 4-5 лет тому назад. А люди, находящихся на постах у власти, чиновников, у них была очень четкая линия судьбы, профессиональной деятельности. То есть наше государство становится все более и больше чиновничьим. Ну вот если по моей ладони посмотреть, возможно определить, будет ли конец света или я стану чиновником, уверенным в своем будущем? Можно, можно. То есть если ваша линия... Беглым взглядом. Конечно, ваша линия достаточно длинная, поэтому, в общем-то, если... Какая случится... из них? Вот линия. Легко? Шоколадом Несквик расти так интересно. Шоколад и батончики Несквик – это источник кальция. Бери одежду. Пошли. Здорово ты придумал, Блу. Иначе бы им пришлось вызывать поиск. Listen to lezzet. Belki o açtı. Ya da su içme istiyor. Ana! Ağzını aç görüm, balaca. Espumizan gaz kabarcıklarını parçalayarak körpeli sancıdan hılas edir. Körpe yatır, ana rahat. Daha qarın sancılan var. Xüsusi günlərdə mən köhnə qoruma vasitələrindən istifadə edirəm. Məncə, bu daha təhlükəsizdir. Amma onlar məni yetərincə qorumur. Köhnə vasitələr nəinki sızmalardan qorumur. Hətta müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Gigiyena və müdafiə üçün Always bezlərindən istifadə edin. Çünki Always mayeni dərhal qorurur və sızmalardan etibarlı müdafiə edir. Always. Ginekoloqlar tövsiyə edir. Könül üçün sağlam olmaq və eyni zamanda gözəl görünmək çox vacibdir. Məhz buna görə o, mənə dişlərini sağlam yolla ağartmaq istədiyini dedikdə, ona nə lazım olduğunu dəqiq bilirdim. İnqilabistanus kompleksli Blendamet Pro Expert ağardıcı diş məcununu təqdim edirik. O, diş ərpini ehmalca təmizləyərək, stomatoloqların ən çox yoxladıqları sahələri qoruyur və sizə hər kəsi valeh edəcəyi təbii bəyaz təbəssüm bəxş edir. Parlaq təbəssümünüzlə həyat izninizə həmişə açıqdır. Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının tövsiyəsi. Tikdiyiniz qalanın möhkəm olması üçün onun təməlini möhkəm etməlisiniz. Övladlarınızın məktəbə tam hazır olmasını istəyirsinizsə, Kaspi məktəbə qədər hazırlıq kurslarından siz də faydalanın. Kaspi Təhsil Mərkəzinin məktəbə qədər hazırlıq kursu olan Kaspi Kids təqdim edir. 4-5-6 yaşlı uşaqların həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə məktəbə hazırlığı. 5-9 yaş arası uşaqlar üçün ingilis dili və rus dili kursları. Məşğələlər ən müasir metod və vasitələrin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Dərslər Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər hazırlıq proqramına uyğun olaraq aparılır. Kaspi məktəbə qədər hazırlıq proqramları Təhsil Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Sayt xəbərlərini bu həftədə